Фастарс. Все в твоих руках. Здесь именно ты указываешь шанс выигрыша. Играть просто. Делаешь любую ставку от 1 рубля и выбираешь шанс на победу. Чем меньше шанс, тем больше выигрыш. Нажимаешь «Играть». Ползунок остановился на зеленой полосе. Ты выиграл. Деньги мгновенно можно вывести на Киви, Яндекс.Деньги или банковскую карту. Ой, еще я вставила. По кайфу. Погнали. Ой. Иди нахуй, все, я, блядь, села на пиво, блядь, на бутылку. Слезь, Ксюха! Как так неуклюже? Чуваки, ваши догадки, они встречаются или они реально брат-сестра? Спасибо большое за сабик. Встречаются они. Они встречаются? Да, я тебе говорил. Откуда ты знаешь? Ну, я знаю эту инфу. Откуда? Я не буду говорить от кого. Реально не встречаются? Да. Ты серьезно? Нет, я шучу. А эту инфу можно вообще говорить? Что они реально встречаются? Чуваки, они встречаются. Пиздец. Еба. А если они сводные, то им можно? Чего им можно? Ну. Ну, в принципе, нет. Нет? Нет, конечно. Почему? Да, блин, на самом деле можно трахать все, что угодно. Все, что движется. Типа, любую вообще самку. Вот пацаны в чате должны понимать, что они альфа-самцы, они должны трахать все что угодно, даже это если сестра. Ты дебил, блядь? Я кину! Тут кальян. Я кину. Ну ты потом пожалеешь, блядь. Блин, блядь, ну... Ой. Иди сюда, нахуй. Нет! Нет, не трогай меня. Я тебе, блядь, свинью накормлю. Не шути так, осуждаю. Плане, нет, я не религиозная. Что? Это обычно не да. У них знак иллюминати, полиции. А что, и что, в чем прикол? Полиция, ну, иллюминати, иллюминати. О. И что? Ой. Спасибо большое. Показалось. Да, можно. Несколько раз, кстати, хлопушки в комнате использовала, короче, хлопушки. Потом весь год собирала это все, и что-то у меня нет желания больше эти хлопушки использовать. А чё нет? Потом можно из остатков хлопушек сделать новую хлопушку. Вообще похуй. Смотри, сейчас уроню его. Чекайте, сейчас уроню. Готовы? Готовы? Сейчас буду уронять его. Нет, нет, нет. Нет. Опа. О, опа. Сука, ты, блядь, аккуратней. Ну, блядь, я... Сейчас тошнит. А, типа чат? Типа он чат? Ляшу купил. Пиздец, нахуй. А? А? Ливай. Алло, Леночка, как слышно? Можно клип, пожалуйста? Ага. Хорошо, дай 2 кофе. Спасибо большое. Клип спасибо. Можно? Ну, алло, так, стой. Алло, Леночка, можно клип, пожалуйста? И 3 кофе со льдом и молоком, блядь. Ой, пиздец, растяжку на 3 года вперед сделала. Давно так не поднимала ноги, конечно. Контент. А где контент? Здравствуйте. Фашистских снарядов. А в центре набережной вы видите на высоком постаменте с костюмом девушки держит на ладошке золоченый кораблик. Чем мем? Чем вы ржете? Это памятник военно-морскому российскому флоту. Его 300-летие. А зачем он ее доебал? А смену флоту. Зачем он ее? Соседним справа от вас. Ладно, она, видимо, не против. Беру свои слова обратно. Молодая семья. Боже, какие красивые. И, судя по этой фотографии, мама где-то гуляла. Ой. Тебя не видно. Пиздец! Ты охуел? Ты сейчас назвал меня шлюх? Что? Раздеваюсь. Ухай. То есть тебя только это волнует сейчас? Да. В этой шутке. Блять. Что это? У меня есть предположение. Это очень похоже на Вику Картер на каблуках. Это Картер на каблуках. Бля, жесть, вот это байт. Минус только это там, я не знаю, там. Бля, какая умница. Вообще красиво. Ну сейчас гранату убьет, ну это типа. Найс тайминг. Что вы меня спрашивали?
постоянно. Какими? Ух, блядь. Так. А что там? Сука, да что ж за хуйня? Что там было? Что там было? Да не, в пизду. Что там было? Что там было? Какими? Ух, блядь. Там же ничего нет. Это противозачаточные? Тест на беременность? Я просто не знаю, как он выглядит. Вы можете нормально сказать, что это? Чего вы пишете разные грязные вещи? Где тут нет прокладок? Тут нет ничего такого. Я не понимаю. Барин! Вапсан! Тест на беременность? Какими? Ух, блядь. Так. Сука, да что ж за хуйня? Так, секунду. Блять, там еще название такое ебаное просто. Вапсан. 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 Тут только Сапсан. Сапсан. Нет, Вапсан. Вагисан? Вагисан. Вагисан. Это пероральные капсулы, способствующие восстановлению нормальной микрофлоры влагалища. А-а-а. Блядь, я на... Блядь, я вам прости, я не знала, что это. Прости, пожалуйста, я не знала, прости, пожалуйста, нахуя. Я это прочитала при всех. Прости, пожалуйста, Диана. Никит. Пиздец. Блин, я забыл совсем. Что? 100% если бы она не акцентировала на это внимание, то бы не заметила, что у нее там вагисан лежит. Ну реально, я не понимаю, что такое вагисан. Мне кажется, нормальный среднестатистический человек не поймет, что такое вагисан. Чай, открой стрим. Открыл. Открой стрим. Открыл. Открыл. Скажи, когда у тебя на фул экран моя вебка, ну, когда задержка пройдет. Уже на фул. Я вижу наушники новые. Да. А знаешь, в чем прикол их? Они блютузные. Они беспроводные. Ну да. То есть я могу пойти на кухню и слышать музыку, и как ты разговариваешь с чатом. Да ладно, Лёх, зачем? Не правда ли круто? Офигеть, прикольно. Пусть девушкой подышит. Ну это реально прикольно. Пусть девушкой подышит, Лёша. Ушки, наверное, вспрели. Тут, я вам говорю, пацаны, Логан не дрифтует так, я просто привык к Логану, а на Логане... Ручник, охуеть, это... папаша! Сейчас я ручник дернул. Извиняюсь, опять. Я сам охуеть. Извиняюсь. Сейчас реально ручник дернул сильно. Каждый день. 24 часа в сутки. 7 Бля, дней в неделю. Теперь, когда я слышу про Диану, мне на ум приходит только вагисан. Он. Ну, короче, я воспалила то, что у нее вагисан лежит в тумбочке. А вагисан-то преоральные капсулы, которые способствуют восстановлению микрофлоры влагалища. Если она чем-то заразилась, но обычно для этого используют всякие антибиотики и так далее. Что ты хрякаешь? Че смешного? Че смешно? Че ты смеешься? Я не понимаю, что смешного произошло? Ну, типа, у каждой бабы такое бывает. На. Без клеветы, ёпта. Мы не знаем. Приезжает. Я знаю всё. Наговорил гадости и ушёл. Это типа был тайминг? Блядь, не хватит бегать, может. Прости. Знающий таланты хочет отточить свои навыки на камеру, но что-то явно идет не так.
как минимум место, которое она выбрала, идет не так. Жесть по таймингу. Ну это реально мем. Че это такое, блядь? No matter? No matter, что это? Не важно. No matter. Она большая. No matter. Как вам, пацаны? Вообще... Как он? No matter. Нет матери, блядь. Как переводится? Нет матери. Я даже не смогу к родителям что-то сказать. Чем он тебе нравится? Нормально, ребята? Ну, есть причина. Эй, девушка! Ой, сейчас малыш. Красавица! Ты мне очень нравишься. Ладно, хорошего дня вам. Ты знаешь, так девочку на улице подкатываешь? Я тебя очень люблю. Ну, не так. Что-то там-то подарил. Включаем перевод, поехали. Beans. Gamer approves. Thanks for making it easy for me. Hello. Кто, блядь, это перевел? Я хуй его знает, чуваки. Это прям пиздец, приколямба нахуй какая-то. Нормально, нормальный approves. Перевод. Thanks for making it easy for me. Hello, Brad, one or say. Ну это мем. Please tell us how many hours... Везде, уже, это уже везде стало мемом. Откуда этот мем пошел? А ты мне чай принес? Нет, мне нет. Ты же два принес. Ну, я говорю, мне две. Можно мне тоже? Зачем тебе два чая? Ну, один сладкий, другой нет. Сиди ты, тварь. Ой, бля. Мне кажется, наш нарезки сон... Ой, ебать, смотри. Смотри, смотри. Хуярик мой. А ты не запрещено включая? Шаманы, здорово. Может, уходи отсюда, пойти? Да, это не твое. Давай. Пошел нахуй, еблан, блядь. Не, там не будет собак. Ну, я не верю в собак. Если только он откуда-то их раскопал или рандомным случайным образом получил, блядь, с раскопанного зуламаном четверкой собак получил, я хуею, блядь. Ебать мем. Друзья приходят, садятся жопой. Это кто? На мой туалет. Ну, у меня тоже, наверное, такие же проблемы. Какие, вы гесан? Да меня же бесит это слово. Волосы лобковые чьи-то остаются. Я не могу, блядь, на это сесть своей жопой. Я писю побрила, смотри. Господи, фу, на натуре. Скипни. Это же страшно. Ебать, не а мои, зачем? Не мои лобковые волосы. В смысле, а... ты брилась ко мне? Чтобы потом не оставлять лобковые волосы на туалете. Нет, нет, нет. Ой, обожаю круассаны. Нет, нет. А что сейчас будет? Вы знаете... Мне кажется, он гривально очень неплохо. А что? Все рассыпят, что? Им обоим... Не-не, стопэ, стопэ, стопэ. Собира. Например? Ну, Максим так же круассаны открывает вообще.